Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как идет игра For Honor на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, сколько здесь у нас FPS, ну и, конечно же, на управление от геймпада. Весит игра 39,6 гигабайт. Давайте запустим. Посмотрим, насколько быстро она запустится в саму игру. Так. Пропустить нельзя. А вот, вроде бы можно теперь пропустить. Ага, пропустили, отлично. For Honor. Определяем правила игры. Ну, в принципе, очень быстро загрузилось, ну, потому что можно пропускать. Если бы нельзя было пропускать вот эти все катсцены, вот эти изначальные ролики, чуть подольше бы все шло. Ну, на самом деле, я не знаю, почему во многих играх нельзя пропускать изначально все. Зачем это нужно знать вообще человеку? Если он уже несколько раз запустил, к примеру, ладно, на первый раз сделайте, на второй раз уже уберите. Так давайте быстренько по настроечкам пробежимся. Интерфейс, я тут ничего не менял, все стоит по стандарту, все по стандарту стоит абсолютно. Звук также я не менял, только вот громкость музыки убавил на 4, чтоб YouTube мне ничего не кидал. Контраст я на 85 сделал, практически на максимум. Текстуру высокого разрешения можете скачать, если вам нужно, будет более качественная картинка. Хотя и так, в принципе, хорошо. Язык все на русском стоит, управление по стандарту все стоит, ничего не менял, все стоит остальное по стандарту. Давайте, сюжетный режим. Давайте, начнем. Давайте. Так, уровень сложности средний, давайте. Все, в принципе, должно быстро загрузиться. Готов? Готов. Все, полководцы и трусы, давайте. Посмотрим на, собственно, саму игру. Сразу скажу, ребята, она идет при 1080p, то есть Full HD она идет. Эта спокойно, и 60 FPS. То есть здесь стабильные 60 FPS должны быть. Так, давайте это тоже пропустим. Побежали. Я должна идти. А у меня женщина, оказывается. Женщина, оказывается. Я думал, это мужик. Нужно просто косичка сзади, ну может и мужик с косичкой быть. Так, удерживать, пропустить. Так, давайте. Подеремся с тобой, дружок. Оборонительный режим. Нужно просто все попользовать. Вот, отлично. Продолжить. Я не знаю, зачем обучение, я же проходил вроде обучение. Зачем? Отлично. Справа блокировать два раза. Раз. Два. И слева два, да? Да. Логично все. Все, в принципе, логично. Завершено. Блокировать вражеские атаки. Угу, сейчас блокируем все. Отлично. Так, продолжить. Давайте. Можно ударить его. А, вот так вот. Да, сильный удар. Ладно. Раз. Два. Так, что дальше? Блокируем. А, убейте командира. Давайте убьем. Все, отлично. Задача выполнена. Побежали дальше. Что это? ЛБ. Важных объектов осмотрено 1 из 10. Угу. Ну, видите, в принципе, стабильно прям вообще играется. Идет игра прям замечательно. 60 FPS прям. Графику увидите. Вот, можете посмотреть, как внизу все выглядит. Посмотрите, как красиво, а? Красивая игра, на самом деле. О, за что? Ты... Зарубил просто. Знаете, какая красивая игра. Какая графика. Тени вон какие, посмотрите. Ты что ты делаешь? А я тебя сейчас зарублю просто. Можно даже без этого, без блокирования, просто можно помахаться с ним. Смотрите, обрушение. Оу-оу. А за что вас так много? Скажите, зачем? Я тебя убью все равно, дружок. И вибрация каждый раз при ударе идет в стики. Не в стики, а точнее в триггеры. Как это называется, это правильно? Кто называет курки, кто называет триггеры. Ну, вы меня поняли, главное. Так, доберитесь до внутреннего двора. Давайте, давайте. Удерживать. Давайте. Так. Да бегу, бегу, что-то. Побежали.
Новая задача. Чтобы нанести слабый удар, используйте РБ. Чтобы нанести мощный удар, используйте РТ. А, без этого, да? Без всяких этих. Руби просто. Смотри, как рублю. Воу! Воу! Сейчас разрублю просто всех. Хорош, хорош, по двух сразу. Все. А, иди сюда. Как классно, а. Вот при каждом ударе, когда я делаю удар по противнику, тогда вот идет именно в курок вибрация сразу же. Так, давайте это пропустим. Вы достигли контрольной точки. Давайте заберемся сюда. Что здесь у нас? А, наверх нужно. Погнали, давайте. Поубиваем этих лучников. Я ж не против. Блокирование. Ой! Да кого? Я тебя сейчас убью. Так. Кто такой? Что за рыцарь такой? Давай. О, на. Хорош. Ага, ты думаешь, такой умный, что ли? Я тебя вот так вот и вот так вот порублю чуть-чуть. А, ты вот такой умный, значит, да? Ну, я тебя еще раз толкну. И я тебя зарублю просто сейчас. А, когда ваш запас выносливости, я понял. Выносливость кончилась. Да, я не успеваю просто. Вот так, все. Раз, два, три, четыре. Да умри же ты. А, не успеваю. Не успеваю. Ай. Воу. Ну и все, я смерть. Да кого? Все, ура. Какой ты долгий. А этих сейчас просто раз... Давай, погнали. Вот так вот просто разрублю всех. И этого разрублю. Ну, а чё бы нет, правильно. Раз я могу. Весь в крови, посмотри. Весь в крови. Шлем пробитый. Ужас. Ладно. Помятый весь какой-то. А этих можно просто вот так вот рубить. Как семечки просто щелкать. Одного за другим. Нормально. Посмотрите, ЛБ. Важных объектов осмотрено 2 из 10. Ага, я понял. Бег, побежали. Побежали, побежали, побежали. Воу-воу-воу. Убили, голову отрубили. Красиво. А что тут можно позабирать? Что-нибудь можно из сундуков? Нельзя? Ну, отзывчиво. Управление очень отзывчиво. То есть, видите, сами без задержек, без каких-то. Просто идеально идет все. Мне нравится очень прям. 60 FPS стабильные. Железный с просадок. Щит такой большой, мне бы такой щит дали. А, это что зачем? Странно. Ладно, ладно. Разрушаемый объектов 1 из 4. Ага, то есть эти объекты тоже нужно ломать, получается, да? Ой! Ой-ой-ой. А, ЛБ, давайте посмотрим, природа, что это такое. 4 из 10 осмотрено. Скалы, растения, что с ним происходит? Животные, пытается убить его. Давайте. Одного, второго. Третьего. Убьем, а что нет-то? В принципе. Почему бы и нет? Ай, больно. А, больно. Так, а. Что это? А, это похилиться, вот оно что. То есть ты нажимаешь, он ставит крест, как бы, ну логично, да? Похилиться, чтобы. И все хилиться начинают. Так. Красиво, красиво. Смотрите, трава какая, зелень вот это вот, как выглядит. Деревья, горы, небо. Ну, красивая игра на самом деле. Очень красивая. Да, она еще при 60 FPS идет прям так стабильно, замечательно. Почему бы и нет? Ну что, ребят, как-то и так вот так вот идет игра For Honor на Xbox Series S, собственно. Скорость загрузки вы видели прям моментально, очень быстро загружается. 60 стабильных FPS без просадок, даже вот при больших скоплении людей, персонажей, игроков вот этих вот NPC. Дрался, все было хорошо, то есть FPS не просаживался. Стабильное управление, нет тоже задержек в управлении как таковых.
Как-то вот так вот идет игра на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, можешь подписаться на канал, оставить лайк и написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord серверу, подписаться на мой Instagram. Также можешь стать моим спонсором. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. Скоро увидимся.